Друзья, ну что, всем привет. Уважаемые, мы проходим пару син. В этой серии, я думаю, залопал так бабок нихуево с обмена. Здесь еще там черный рынок один день. Ух ты. Хотя может даже что-то быть полезное. Давайте посмотрим пока. 7 сентября, сейчас должно быть 8 сентября, и должно быть что-то полезное. Короче, объясняем. В этой серии буду выравнивать алкоголь. Видите, мы в минусе. По нему, по этой сводке не хватает элитки 52 бочки, первого сорта 4 и обычной не хватает 106. То есть я буду большие заводы захватывать и выравнивать именно, и их качать на тот тип алкоголя. По количеству, по производству я буду качать каждый на максимум, а по качеству выпивки буду качать на тот, чтобы выровнять в ноль, чтобы у нас был плюс прирост, а не минус. То есть обычного. Вот здесь у меня два завода будут на обычный. То есть не сколько уже производят. 32 улучшится. То есть в где-то 50 точно будет один завод делать. Вот качество выпивки на двойку оставлю, чтобы обычный он был, да? Производство оставлю, естественно, буду качать на максимум. Два завода будут соточку делать, они соточку вот и закроют. Поэтому нападаем на этот завод. Как раз бабок я лутанул. Сейчас будем захватывать и... Come on, you piece of shit! Coming at you, loser! Это лузер. Shit, I'm done for! Я забыл совсем пушки надеть новые. Я же обменял пушки. Dead on the street! Снайперку эпическую там нашел, все дела. God damn it, I'm fucked! И винтовку эпическую. Ну не эпическую, а эпическую. Блять, как мне так бабка косая бесит, это просто пиздец. Я так ее хочу заменить, на самом деле. Тип меня вообще радует. И вот этот тип, который очень много урона вливает. Вот так, да. Видели? Пиздец. Тоже в ахуе, сэр. Давайте сделаем защиту от пуль. Ставим сейчас... Или что, мы можем забрать. Чтобы они не расслаблялись. Они в ближний бой, как всегда, наверное, побегут или нет? Not good, buddy. Not good, buddy. Come on, you piece of shit. Посмотри, piece of shit. Они там по три что-то стреляют, похуй на них вообще. Натали Уоррен. Давай ее сюда перекинем. Альфонс Капоуна. Нормальник. Нормалек. Доберем этого. Нора Маккуин. Ну, блять, ну добей ты эти 5 хп несчастные, ебаный свет. Get on the street! Этот меня всегда радует, чел. Damn it! Это вообще, блядь, посмотрите, сколько там, 6 хитов по 30, по 32. Это чё, блять, получается, что... 180 урона, то есть около 200 урона вливают, охуеть. Coming at you, loser! Да, damn it, I'm fucked! Excellent, good! Еще один пекарь нашел. Of course! Yahoo! That's right! That's what I'm talking about. Сразу же его включаем на производство и на... качество на один. И я забыл, у меня же так вот ей М18 с прицелом, да, 49-52, 12 крита и где-то 57 крита. Ну туда, конечно, поболее, но очевидно я ей не дам эту пушку, что она косая гнида, блять. Вот ей, а так у нее лучше, что ли? Ну как так, 66 7. То есть где-то 66 и 75. А как так, блядь? Ой, блядь. 21 крита. У нее 12. Поэтому это будет лучше. Все равно. Плюс 10 критическому урону, тем более. А теперь... Вот этому, кстати, выдадим вместо его 39, блядь, крита винтовки и 20... Ну, в среднем он 30-33 стреляет, а он будет теперь стрелять в среднем 30. 5-56. Вот так.
плюс еще 15 шанс у него будет. А вот ей вместо вот этой 49, блять, 52, 56, 59, мы выдадим вот эту винтовочку. Теперь будет посерьезнее у нас. Бэнда. Бэнд. А, мне неинтересно с вами переговоры, идите нахуй. Да ну пошел нахуй, так как говорится, да? Так, продолжаем, давайте сразу на такси сюда поближе, чтобы побыстрее это все сделать, чем... Посещено Сан-Лук, я не понял, чё у меня. Now, that's just swell. Не было никакие переговоры. Кстати, у меня же какие-то квесты там что-то... нет. Нет, квестов нет. Вот, я могу сразу его купить, давайте его купим сразу. Деловое соглашение еще и нарушили, ах и сучары, блядь. Кстати, что там? Ага, ничего хорошего, в принципе. Ну, зато неплохая. Короче, Энфилд. Надо искать. Энфилд эпический должен быть очень сильным. А граната? Граната Милса. Давайте возьмем, слишком привлекательно. Пиковый туз. А он идет как? Давайте для прикола чисто купим. Он куда кладется? Нет, он в этот слот не кладется. И нахуй лояльность, что смеяться. Они и так все лояльны. Я же его убил. Его вар на 16 тысяч. Давайте сразу производство качества выпивки. У меня он пойло присутствует. Никакого договора не будет. Очнитесь. Gotcha. Ребята. Бежим атаковать, по идее мне должно хватить. Она если даже 16 тысяч стоит, то я должен где-то с этих бандосов собрать бабок. Плюс... Right. Это, знаете, когда это сделаем? Блядь, этот бордель? Чё, блядь, какой бордель? Так, у меня есть... 314 выпивки. Давайте пойлом продадим. Чего ты? Не хочет. Давайте защиту туда. Меня уже защищают. Меня уже защищают. Почему? Трис. Нихуя себе. Ты туда, да? А чё нельзя? Может я что-то не понимаю, почему нельзя? Из-за наедалово. Ладно, смотрите, по производству 77. Это же большая. Где-то есть средняя. Малая пивоварня, малая, малая. Средняя. Слушайте, ну... А, ну тут... Бля, ну... Не знаю, в районе, наверное, 50-40, может было где-то банок... Ой, банок бочек производить. Да. Кстати, я тут переключил-то хоть? Да, переключен. That's what I'm talking about. Отстаньте от меня с всеми договорами. Now that's just swell. God damn it. Какое-то не привлекательное предложение. Давайте посмотрим, с кем мы повоевать можем. Какого хуевого отношения. Уважение, факты, нейтралитет, сроки, трение. Ну, с оборванцами не очень, с бабкой, с Вайскинг. На самом деле, с Вайскинг у нас вообще хуёвые отношения были. Просто то, что мы там обменялись нормально. Они с нами его улучшили. Давайте я, наверное, Вайскинг объявлю войну. Ты, сука, смотри, союзники у них. Кулеры. Whoa.
на самом деле похуй. Похуй. Так, у них здесь сколько тут одно общее заведение. А, цирк Вайс Сити. Саутлук. Ну да, здесь больше всего, наверное, сюда я отправлюсь. Давайте сюда отправимся. Хотят воевать с нами столько банд, значит будут столько банд, дойдем и до них. Давайте. Предупредительные, короче, предупредительные. Потому что они так в союз вступили, что-то, по-моему, очень неосторожно. Не, пока нанять не могу. Слишком у меня нестабильный доход. 95%. Да тут 100% будет должен. Of course. Yeah! That's right! Swell! Давай, оп. Тут вообще нужно два охранника должно быть. Бля, как я угадал. And excellent! Good! Так, yeah! That's right! Прелесть захвата в том, что мы ничего не платим. Жаль, что у них это подпольный бар, а не пивоварня. Это можно переделать. Ну, впадло. Честно, впадло. Либо переделать. Тут надо на доход выйти плюс 5, плюс 7 тысяч и нанять еще одного крутого бойца. Я даже знаю, кого я уберу. Ебаную. Excellent! Вот это ворот, блядь. Просто с рандомной банды убал эпический пулемет Льюиса. Вау. Давайте заценим. Так, у меня у кого пулемет? А давайте вот это пулеметчик же, да? Бруклинское рукопожатие. 10 крита дает. 15 кровотечения. 16-17 крит. 11-15 урон. Кстати, пулемет. Надо было дать. Нормально. Золотой пулемет Льюис или просто пулемет? Золотой пулемет 24, 15, 16, тут 14, 14. Ну, короче, золотой, понятно, лучше. Что-то, а что она бегает с этой хуйней тогда? Очередь, эффективность, дальность средняя. Тоже очередь, эффективная, дальность средняя. 20%. Здесь 10, 16, 17, но получается больше, да? Да. Больше урона, 10, 14. 11-15, но крита меньше. Меньше 25, 2 брони, 15 кровотечения. 3 брони тут оттолкнуть. 15, ну 2 брони, 20 меткости. Тут 20 меткости, 10. Ага. Здесь 10 оттолкнуть. Здесь 15 оттолкнуть, 2 брони, 3 брони. А тут сколько к броне? 2 брони. Ну да, пулемет лучше. А, 77, ебать. 72. 77. Так, ладно. Кстати, еще какой-то пулемет Матсона есть. Ну, 9-17. 10-14. Крит больше здесь. Крит вообще вот тут. Ну, вот это крит, блять. Бойная пушка, нах. Да-да-да. Так, чё он, блядь, когда он информатором перестанет быть, он меня заебал. Это вообще жесткая тема. Она вот с чечелистским поцелуем бегает, да? Ну, это жесткий пулемет. Это хороший пулемет. Ладно. Поехали. Нападаем. Нападаем на них. Четверо, но я думаю, мы осилим. Пал еще один лутанос. Yeah, right. И переговоры, давай отсыхай вообще. Vice King это этот? Который, блядь, уголек? Афроамериканец?
And excellent. Don't you forget it. Of course. Yeah! That's right! Gotcha. Так, ага, они нападают теперь на мои заведения. Ну ничего. Нападайте, пока нападаются. Losing blood. Don't mind me. Изменение процветания. Так. Ага, я на самблаве. Давай. Нормально. Так. У нас меняется тут предпочтение. God, так, кстати, help me. Насчет этого. Как у нас теперь элитно минус 22. Пойло, дохуя. Первый сорт, пойло, элитный виски, обычный пойло, элитный виски. Ну, короче, вот обычный. Нет, а где эти два склада-то? Они же уже лучше должны были. Это вообще не то. Ух, например, 78 долларов. Вот этот огромный бар, блядь. Здесь даже смешно. А, они улучшались еще. Два дня еще. Это напугнули. Да, как раз тут это пивоварня. Не понимаю, почему у боссов мафии, именно которые NPC, да, очень мало пивоварен. Это прям тупо как-то нереалистично. Тут, конечно, реализмом и не пахнет, но это просто как-то тупо. Ну да, что-то урона как-то мало, потому что, наверное, боты на 77 приходят. Вот это она магиот. А этот магиот еще больше. Это вообще красавало. То есть, охранник. Почти убил охранник. Все реально. Скучи горело. Call a doc. Молодец, беги. Блять, эти огонь на подавление меня калит постоянно. Хотя, если реально вот нескольких вот так подавить, не убежишь от меня. Indeed. Точнее, не с линией, я пока не с ними еще не балкался. Давайте. Так. Забираю. А теперь Нора постреляет. Точно прицел. Excellent. Hot damn. Так, она насколько прокачана? Здание такое, у нас сражаться. Сражение, к сожалению. Так, насколько она вкачана, интересно. Да мои охранники тебя разъебут, блядь. Буру почаще. Они начали, короче, по всем фронтам нападать. Ухуй, я отобью. Поваливаю, блядь. Так, о, неплохо, кстати. На первосортное. Получается. Давайте здесь туда. Она малая. Видите, 8. Производство было 8. Теперь стало 10. Пиздец, ну что за... Первый сорт. Пусть производит первый сорт. Как будет, не буду я его качать. Маленькое здание, нахуй надо. Мне неинтересны с вами переговоры, блять. Разорвать соглашение. Производство, качество выпуски. Рынок на пирсе. Вот он. Пир пойло обычный. Пойло обычный. Коньголя, виски, элитка. Элитка, тоже виски можно взять, да? Но пока нет, элитку надо делать. Сырка, обычные три пойла. Эти должны еще вкачаться скоро так-то. Ага. А, ну это же большое, да, казино, по-моему? Need a better position. Hello, idiots! Все с броней, все три на них. Я думаю, снайпера надо убирать. Все мои здесь. Эти снайперы вообще уберу. Подальше. Ага!
Блять, ну чё ты не добрал-то? Ёбаный свет. Ты снайпер, беги сюда. Хуёво, что она в отрыве от команды вообще, хуёво. Блять, осел, ты куда съебался? На похуй. У него хп много, можно немного потанчить. You got it. Вот, во-первых, вот так взял. Баф на всех. Так, а этих загрем на себя. You want me to kill you? И... Кстати, можно блок динамита бросить. Так, нанесет урон 7. Ну, такой. Этого уберем. Брал, блять, проверяй. Охуеть, понтос. Я думаю, надо ее хилить. Anything you want, boss. Losing blood. Я дохану еще вдохнуть. Ебать, 70. Coming for you. Да, дохуя. Kill him. Даже не попадет. Сука, попал. Ноль урона. Вообще пихуй. Да-да, поближе подбегай. Молодец. Правильно делаешь. Все правильно. Че он там? Не подставил? Давай. Отменяй. Норочку. Блять, а Тенфилд мощнее получается, чем то, что я делал. Своей лучшей снайперши, по сути. Call it, Doc! Пуломет поехал. Ну что-то как-то урона мало, 12. Вообще как-то смешно. Может реально пулемет другой едать? Ну по 12 стреляет. Это что за пробку, блядь? Сейчас вот этот кровоток отъедет. Shit! They got me! Забираем. Shit! They got me! Хотя нет, 75 он дал, то есть крип. Excellent! Так как вылетит, так сказать. Of course! Yippee! That's right! That's well! Gotcha! Рожаться. Смотри, на меня Red King напал, да? Мы их еще и отпиздили, вообще норм. Кого там покоцали-то? Что-то чуть-чуть танк закоцанный. I'm fading, boss! Gotcha! Погнали. Сейчас их разъебывать будем. Охрана хуя. Им лучше, будь быстрее прокачаем свою. Блять. Как снайпер-то, сука, невыгодно сел тут. Тут всего их-то, блять, какой-то маленько реально. Хуёво, хуёво. Хуй-хуй-хуй-хуй-хуй-хуй-хуй, давай Аль Капона выйдем, похуй. Делаем. Ну хоть это мы выключили, блять. Уже что-то, уже что-то. Так, она чё, она? Там, блять, на наблюдение я ставим. Так, где у меня здоровяк? Ебать. Распидорасил называется. Так, пулемет у меня что-то это. Сюда. И. Alright. Так, говорит, не может, блять. Она не может убегать, будут отсюда. Если они будут выбегать, им пиздос. Ну как пиздос? Что-то вот это золотое. This is gonna hurt. На самом деле, что-то печальный урон наносит. В общем, это получается 50 плюс где-то, то есть не очень там много. Хотя вот этот амбал. Блять, какое уронное подавление. Хотя тут амбал со своим миниганом, он пиздец, он там по 200 урона мне надо вливает.
Ну, сколько там было? 4 пиршотов по 13. В среднем где-то около 60. Много. Ебать, сейчас поставим по давлению. Oh, this isn't good. Так, отсыхай. Нормально. Call a doc! Еще и кровоток. Shit! Так. Я там подавляю, блядь. Oh. Next. Kill this asshole. Бля, как меня этот перк бесит, вот этот, блядь. Как анимация работает. Ответ бесит, ответ. It's your grave, buddy. Упал, блядь. Бля, я упал по тени, почти слил. Ну да, блядь. Отлично. Хорошо, винтовка. Нормально так льёт. Так, этого захилим. Первый For fuck's sake! Первый раз. Найс. Давай сюда берем. Опа. Damn it! Okay, doing this. Так, надо захилиться, и её будет сразу. Losing blood. Пускаем. Опс. А колька... А, не, давай, это бойка. Займёмся на другую. Ой, блядь, что-то я... Тупанул в натуре, там же наблюдение. Блядь, ну что за 6 хп, ну, блядь, вы заебли нахуй реально. Так. Нормально. Не, давай вот это. Так. И ты сюда. Get help! Нормально. Moving. Так, этим мы пропускаем. Капон. Японцы капоуны. Блять, вот это проблема, пиздец, что вот эти хп остаются, блядь, 4 бита бедняжных, блядь. Here we go. Ну что это за хуйня? Ну добить его уже. Типа сейчас такой будет просто прикол. Короче, пиздец, падло. Короче, два хлопа. Oh. Excellent. Good. Yeah. Yeah. That's right. Brilliant. Что переделать? Думаю, да. That's what I'm talking about. Ну, что-то бред. Ну, такое здание делать ущербным футбольным баром. Давай дальше, поехали. И ты куда один пошел? 3, 6, 8, 3, 8, 9. Типа одним Аль Капоне можно приходить. Вот мозг 79. Ну ладно, так разберем. Excellent. Of course. Yeah. Yeah. That's right. That's swell. Это же мало. Пусть будет казино. That's how it's done.
А вот и убежище, думаю, ага. Которое я уже дохуярю. Так, что там изменилось там? Oh, losing blood. Ah, help over here. Интересно, кстати, затестить, а если я запущу установку, то есть подключена она по-другому будет выглядеть, но по идее должна быть, да. То есть сейчас такое все зашарканное, какое-то реально подпольное. Реально подпольное казино. А есть у меня где-то казино? Так, где-то же есть казино, которое у меня хорошее, то есть... Вон, доход 600. Золотой павлин. Да, здесь установка 3. А где он находится? Блядь, 228. А почему такой доход-то маленький? Давайте по доходу отфильтруемся. 700 доход. Игорный дом Гэри. Чайнатаун. Среднее казино, причем. Ничего не вкачанное, доход. Так. От чего это вообще зависит, что-то я не понимаю нихуя. Золотой павлин, тут должен доход под 1000 быть, наверное, если не больше. Тем более игра в 3 вкачана, обстановка вкачана. Странно. Ладно. Давайте посмотрим, где у него убежище. Идем его хуярить. Gotcha. Гача. Гача, бич. А, так он здесь. Гача. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. 73. Ну, так разберем. Brilliant! That's right! Yippee! Случайно нажал. Excellent! 48%. Странно, но... 48. Now I'm mad! Alright. Ой, блядь, ну что это так стало-то вообще как-то не донес. Чего? Как так мало ты урона нанесешь? Что за баг? I'll just start. Be over here. Да, ну, что же, что же? Я ж это подохуел, думал, где урон, блядь. Давай, давай, Ланкастер. Доберем. Всё, ебать, изи надо. Не надо паники. Фига, добрал. Блять, они пока проходят, они всех уже потеряют. Криспу Грэгсон. Assholes. Кстати, вот этого Криспу Грэгсона, вот этого толстяка, прикольная билка. Он с начала боя уже в наблюдении стоит. Вот это, ну, прикольная боевая амбилка, блять, амбилка. А вот еще сидит хер, я его чуть не заметил, он прям близко сидит, смотрите. Надо бы его снять сразу же. Нет, а есть другой какой-нибудь? Так, надо ее переместить вот сюда. Чтобы она отстреливала тех. Этих чувачков. Даже не заметил, спрятался. Трудненький. Так, а ею пробегу сюда. Здесь гранату мне никто не закинет, блять. Реально. И вот так на этого, на Криспа Грэнсона. Им. Я думаю, надо забежать до сюда. Где у нас пулемет? Пулемет сюда. Это пулемет. Они все равно в панике, они не должны атаковать, по идее. Так, этот сюда. Так, давай ты сюда. Rolling! Отлично, правая рука, только не граната. Давление. Ну, блядь, какой ты лох.
Ладно. Опа, нормально. А чё не сработал первый снайпер, интересно? Странно. Даже очень, если честно. Чем-то не сработал, хотя зона вроде бы нормально показывала. Ладно, переместим сюда. Поставим на пятерку. Давайте на них поставим. Блять, вот одного шота не хватает, просто одного. Набираем толстяка. Что-то я не знаю, это обилка, по-моему, консервный нож или как она называется. Что-то она вообще, по-моему, не работает нихуя. Так, а тебя на наблюдение поставим, давай вот так. Дэниел Макки Джексон. Что-то он, короче, это. Всем сгрустнул, не хочет. Выходите из своей комнаты. Только не гранату. Ой, молодец, ебать, крутой. Kill this piece of shit! Ну, отнесли, как работает. Оп. И все. Одно очко действия стоит. Готово. Даже тебе стрелять не буду, ты и так открыл. Take it out the trash! Лишний бой, оп. Изи, изи, изи. Она тебя упорит. Так, давай Вальку пончик сюда пошел. Так, Дэниел Макки Джексон. Давай сюда. То, что он, скорее всего, может быть, даже сюда выбежит, я думаю. Хотя хуй его знает. I'm on it. Ставим ее как можно дальше, хотя, скорее всего, босс, по идее, может даже попасть. Ну. Этот чел. Ну, точный. 26%, ну чисто для прикола, так, может, два шота, да, по десятке. Так, двойной огонь попадает. Лох косой. Все, сохрань, давай. Замечательно. И ты тоже. Ваши ходы ждать заебало, честное слово. Так, давай снайпера сюда. Со всех сторон будем его шмарить. Этого Дэниела, мать его, Джексона. Давай, очередь. Ни одного мисса, блядь. Просто, блядь, гений, нахуй, на Аль Капоне сидит. Так, снайпер. Давай. Excellent. Of course. Yeah. Hey, that's right. Great. Пусть будет казино, хули. Казино хоть что-то, видимо, приносит. Have to put. All right. Ези-брези. Call a doctor. У нас фракция. That's what I'm talking about. You're fucking joking. Они теперь хотят, чтобы я защищал, потому что у меня мощный отряд. И потому что я действительно могу защищать. Что losing blood. Давайте посмотрим. Отряд минус 19700. Блять, пивоварня минус 513. Регулярные заказы мне все делают, по сути. Потому что если бы не они. Вот первый сорт, пойло. Мне теперь надо выровнять элитный и обычный модуль. Кстати, производство выровнялось. И качество выйти. Да? Давайте типа алкоголь отфильтруем. Так, здесь элитку могу убрать? Нет. Я могу. Нет, пойло, блять, надо было убрать. Пойло в обычный. А первый сорт в элитный не могу. Так, ну давайте посмотрим теперь. Что, разрушенное здание? Не тут, чем корпоративный склад. Вот здесь, по-моему, корпоративный склад. Нет, это рынок.
курсе. Так, здесь обычный. Обычный. Обычно минус 7, да? Сейчас я улучшаю производство тут. Производство тут. Так. Так, обычный уже практически в плюсе. Пойло еще вот. Все, обычный в плюсе на 35. Так, ну что? Думаю, на этом серии можно закончить так-то. Я себе сколько уже завоевал. На самом деле здесь еще большая. Плата, думаю, здесь еще несколько средних, которых можно там до выпивку загнать. Тут еще районы есть, которые вообще не изведывают. Тут ебать. В самом деле дело в дохуямба. Тоже средний. Купить его, что ли? 2700. Как-то я могу... Че я туплю? Я же могу сделать вот так, обменять. А почему я не могу? Я теперь не могу алкоголь менять. Получает 5000 раз в неделю, а дает виски 100 раз в неделю. Че за блядь шляп? Ни с кем не могу торговать. Что за хуйня? Пиздец, что лавочку? А где торговать-то теперь, блять? Охуеть. Только оформить регулярный заказ можно. Эй, блять, что за хуйня? А почему просто не горело? Просто надо через Enter нажимать. Я говорю, что за хуйня. Мне вообще пойло не надо. Тысячу, это полтинник на руках. Надо теперь вот так. Но это уже будет в другой серии, поэтому, как всегда, друзья, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии. Пока.